Всем привет! После внезапной утраты журналистки Юлии Норкиной к ее супругу Андрею приковано пристальное внимание. Впрочем, жизнь Норкина всегда интересовала журналистов. Знаменитый россиянин является одним из самых успешных отечественных телеведущих. Однако, несмотря на удачно сложившуюся карьеру, Андрей живет достаточно скромно. Когда-то они вместе с супругой Юлией облюбовали местечко в подмосковном городе Пушкино. Звездное семейство решило не гнаться за престижным местом проживания и осталось в этом обычном областном городке. Впрочем, жилище Норкиных по меркам среднестатистического россиянина выглядит весьма респектабельно. Трехэтажный особняк окружен густым лесом. Внутри звездного гнездышка есть камин, оснащенная решеткой с витиеватым узором лестница. Красивые большие окна позволяют солнечному свету озарять комнаты дома. В холле на полу уложена плитка, а в гостиной паркет. Отмечается, что этот дом куплен в ипотеку в 2005 году. Телеведущий до сих пор расплачивается за семейное гнездо. Помимо родных людей, в особняке обитает много животных, целых 7 кошек и столько же собак. Добавим, что недавно Норкин ввел в ступор взорвавшегося в студии эксперта-депутата Бориса Надеждина. Сам Надеждин как-то иронично говорил, что избирается куда-то по привычке. Однако его избирательные кампании редко имеют успех. Журналист заставил умолкнуть своего оппонента компрометирующим видеороликом. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и комментируйте. Всем пока!